Всем привет, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня приготовим быстрое, легкое, простое овсяное печенье к чаю. Тесто готовится очень быстро, так что сразу перед началом приготовления разогрейте духовку. Приступим к тесту. Добавляем к маслу мед и отправляем это все на медленный огонь до полного растворения масла. Сейчас нам необходимо соединить все сухие ингредиенты. В муку добавляем овсянку. Овсянку берите долгого приготовления, она более полезная. Далее добавляем кокосовую стружку, сахар, ванильный сахар и все это перемешиваем. И отставляем это пока в сторону. Далее в соду добавляем кипяток, таким образом мы ее гасим. Если вы не любите выпечки соду, то можно заменить на разрыхлитель. К маслу с медом добавляем соду, перемешиваем. Сейчас смесь начнет активно пениться, так как происходит реакция соды и меда. Теперь сразу же горячую смесь выливаем к сухим ингредиентам и замешиваем тесто. Сейчас все перемешаю и покажу, какой консистенции должно быть тесто. С виду тесто получается вот таким рассыпчатым, но когда его сжимаешь, он хорошо держит форму и не разваливается. Теперь вот таким образом скатываем шарик. Размер печенья можете регулировать сами. Я делаю шарики примерно как грецкий орех. Выкладываем тесто на расстоянии друг от друга, так как при выпечке они будут расплываться. Вот такие шарики у нас получились. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 9-10 минут. Получается вот такое золотистое, ароматное, вкусное печенье. Можно подать с холодным молоком или с горячим чаем. Печенье получается сверху хрустящая корочка, внутри нежное рассыпчатое тесто. Очень вкусное, очень легкое в приготовлении. Обязательно попробуйте приготовить. Порадовать своих близких, своих домашних. Сейчас я разломлю одно печенье и покажу, как оно выглядит внутри. Вот такое рассыпчатое тесто внутри получается. Готовьте с любовью, не бойтесь экспериментировать. Вам я желаю приятного аппетита, до новых встреч!